пленарное заседание Межрегиональной конференции по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки» состоится завтра, но уже сегодня участники конференции проехались по предполагаемым маршрутам, побывали на базах отдыха, в оздоровительных центрах и санаториях. Одна из задач конференции – познакомить гостей с туристским потенциалом Чувашии. Чувашия, Хакасия и Свердловская область стали пилотными регионами, в которых будут реализовывать проект по образовательному туризму. Гостям республики представят не только маршруты для школьников, но и путешественников любого возраста. Сегодня федеральные туроператоры стали участниками рекламно-информационного тура по гостиницам, базам отдыха, санаториям и пансионатам Чувашии.